Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть в Secret Neighbor. В Secret Neighbor. Игрушка из серии «Привет, соседа», которая, как бы, это мультиплеер у нас такой вот. Короче говоря, эту игру я купил за 200 с чем-то рублей. Или 190 с чем-то рублей, я точно не помню. Я покупал ключ к этой игре для Стима. Покупал именно ключ, потому что в самом Стиме она недоступна для России. Потому что ее сделала не наша русская студия, Dynamic Pixels. Ее сделала украинская компания под названием Holograph. И, собственно говоря, по понятным причинам, потому что... Ну, украинская компания, по понятным причинам, конечно же, в России ни-ни. Россия пусть идет в жопу. Все остальные страны будут играть. Ну, короче, я купил ключ. Купив ключ, игру можно получить. Все же. Короче говоря, играл я в эту игру на канале в 2019 году. Очень давно, не так ли? Целых 4 года почти назад уже. В бета-версию я там играл, а еще релиза тогда не было. Эта игра, бета-версия была бесплатная, и я поиграл как раз таки в нее. И вот теперь пришло время. Да, полная версия вышла уже давно, но пришло время сейчас поиграть только в нее. Короче, мы видим на заднем плане дом соседа из оригинального Hello Neighbor, из акта 1. Действие происходит где-то между первым и вторым актом приблизительно. Да, вроде бы так. И, короче говоря, компания из 6 детей, короче, должна пробраться в подвал в доме соседа. Но один из этих детей — это замаскированный сосед. Замаскированный сосед. И тут... В принципе, как в Among Us, что ли, как оно там называется, примерно так. Один из детей, короче, предатель, который скрывается соседом, и этот сосед должен изловить всех детей, пока они не открыли подвал. Если дети откроют подвал и проберутся в него, то они выиграли, вся команда победила. Если сосед поймает всех детей, то тогда выиграет сосед. Что ж, давайте выберем персонажа. Тут костюмы разные, но я невидимо разблокировать их можно, разве что. И в этой игре есть гость. Он же ворон, который должен был появиться в Hello Neighbor 2. Он появился здесь. А в Hello Neighbor 2 он появился только в самом начале в виде камео. Ну, еще в новом обновлении. Какие-то там записи голоса этого ворона были. Короче говоря, давайте выберем персонажа. Ну, во-первых, вот этих персонажей мы можем увидеть в мультике, в 2D-мультике по Hello Neighbor. Я его смотрел. Я, правда, не запомнил их имена, если честно, персонажей всех этих. И вот эта девочка, Тринити, по-моему, звали ее. По-моему. Она одна из двух главных героев этого мультсериала. Она скорее более главный герой, чем Ник Рот этот. Ну и сосед там такой страшный, кстати, вообще был. Есть также целых 5 вариантов соседа. Конечно же, в беты, которые мы играли, было 2 варианта. Это обычный сосед и сосед-клоун. Сосед вот обычный. Есть сосед-мясник. Сосед-клоун, конечно же. Кстати говоря, вот сосед-клоун, то что... Впервые сосед-клоун появился на еще очень старых древних артах к первому еще оригинальному Hello Neighbor. И долгое-долгое время это так и не раскрытой вещью осталось. Была теория, что это брат-близнец у соседа, который переодевается в клоуна. Но была частая также теория, что
В принципе, много было намеков на то, что первоначальный сюжет оригинального Hello Neighbor был таков, что сосед работал клоуном в цирке и похищал детишек, прятал их в подвале. Но потом все же сюжет изменился. Он стал более такой спокойный, что ли. Хоррор стал меч. Также стал сосед-призрак. Сосед-призрак вообще такой необычный, как вы можете заметить. Ну и, конечно же, ворон. Впрочем, ворон это не сосед. Капец, какие у него ноги тонкие, и руки тоже. Это же трэш вообще. Ладно, давайте выберем для начала обычного соседа. И, конечно же, я поиграю за Тринити. Я проходил обучение уже, я запускал. Обучение там, кстати, довольно длинное и... Его не обязательно, по-моему, играть, но там куча всего запомнить надо. Короче, лидер, скаут, их имена здесь не написаны. Их имена только в мультике узнать можно. Изобретатель. У каждого персонажа свои уникальные способности. Вот этот, например, может ключи легко находить. Может легко выбраться из рук соседа. Этот много вещей может унести. Этот поддерживает. У этого приспособления разные, интересные. Это очень хорошо стреляет, там ураган всякие, что такое. Я, честно говоря, тоже их не особо сильно запомнил. У выбранного соседа тоже разные будут способности. Злой, этот обычный сосед. Какие у него способности, я, правда, не до конца запомнил. Кстати, он страшнее намного, чем в оригинальном Hello Neighbor. Мясник подтягивает игроков крюком. А сосед-клоун может маскироваться под какой-то предмет. И также может дымовые гранаты еще пускать. Вот этот дух, он может летать, проходить сквозь стены. Но при этом ограничения имеются. А этот ловкий, умеет очень круто прыгать. И все такое. Давайте обычного соседа выберем. И давайте на какой-нибудь сервак подключимся. Давайте просто быстрая игра. Найти игру нажимаем. Вообще, кстати, думаю, надо бы, наверное... О, быстренько игроки нашлись. Короче, один из нас будет замаскированным соседом. Кто именно, пока нам не ясно. Это решаем не мы, это решает сама игра. Наверное, надо Лехе предложить купить эту игру и поиграть. Нам вместе поснимать. Потому что одному играть в эту игру не очень-то интересно. Но, мне кажется, наверняка он скажет: «Макс, если ты хочешь со мной кооператив снять, то вкладывайся за меня тоже. Заплати за игру за меня, типа». Уже не в первый раз было такое. Кстати, в бетке был очень похожий экран. Там тоже сосед вот так выглядел. Но там был сосед из оригинального Hello Neighbor. Так. О! Ой, а кто это меня сейчас начал бить? Меня не... Ми, меня... Они друг друга бьют. Короче, что это за дом, кстати? А это обычный дом только из акта 1, только он... Во-первых, зима, а во-вторых... Какой-то сарайчик, непонятно. Заборчик огромный. Вы чё тут бодаетесь? Вы чего бодаетесь тут, блин? В смысле? Помочь ему. А чё вы бьетесь-то? Я не сосед, я ребенок. Вернее, один из них. Да, дом из акта 1, но тем не менее он не такой все равно, как в акте 1. Так, короче, надо найти целую кучу ключей, которыми надо будет открывать подвал. И пока что я ни одного не нахожу. Так, в эту... Вот за этой полкой дверца. Вот такая... Вот здесь даже видно, что такой проем. И в нее только сосед может войти. Даже находясь в облике ребенка, кстати. И если мы увидим это, то... Сосед, считай, спалился. О, тут Новый год еще не допраздновали. Ворона указывает на ключ. Ой, радар показывает, что сосед внизу.
Короче, нажимаем на Q, есть специальная способность, которая ускоряет нас и воду, и ускоряет также наших подвал. Уже, что ли? А тут... Но это мы уже попали в подвал, но, видимо, надо какую-то другую дверь уже открывать. Ой, сосед там. Так, давайте лучше пойдем туда, куда ворона мне показывает. А, блин, я туда не попаду, тут надо ключ-карту найти. Я пока не нашел, кстати, дверь, которую нам нужно открывать. Ключей тоже пока не нашел я. Обалдеть, вот это подвал. Но открыть, похоже, нам надо было не его. Блин, только не говорите, что ключ там может находиться. Тут надо это, прыгать. Он, ну-ка, он туда... Она туда сможет залезть? Ну-ка. Ну-ка, давай, да залезай, ё-моё. Видимо, не может. Фиг его знает. Не лезет она туда. Здорово, дети. Я не сосед. А, вот, вот какую дверь. Тут уже два замка открыли, надо найти еще 4 ключа. Так, ну здесь уже все обшарили. Другие игроки. О, я ключ-карту нашел. Пригодится. Это хорошо. О, сосед уже ловит детей там. Короче, шкафчик, в нем можно прятаться. Нафиг мне книга. Дайте, верните мне фонарик. Что-то толку от этого света мало совсем. А, да, у нас от второй двери, а это третья, не подходит, к сожалению. А, стоп, я здесь уже был. Кругами хожу, блин. А, вот. Давайте проверим, есть ли тут что полезного. Я когда первый раз поиграл... Вот просто вот этой полной версии. Меня почти сразу же сосед поймал. О, я ключик нашел. Отлично. Теперь надо вспомнить, где эта дверь. И использовать на ней ключ. По-моему, здесь где-то. Где-то здесь, по-моему. Вот она. Так, применяем ключ. А тут еще ключ один остался. Скорее всего, дети выиграют. Ой. О! What the f... в смысле, а как? Я же обычного соседа выбирал. А не мясника. Короче, думаю, лучше бежать. И ускориться, ё-моё. Еще, кстати... А, потом покажу. А, это клей. Это не ключ. Монетки еще есть. Все-таки. Еще одна ключ-карта есть. У нас 40 секунд осталось, ё-моё! Если это время закончится, сосед победит. Это плохо, это плохо, это плохо, это плохо, это плохо. О, подвал открыли уже. Подвал открыли. Бежим, 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 бежим. В подвал, скорее, 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 подвал. Эта дверь, этот... Ой! Ой-ой-ой-ой! Дети победили! Все-таки дети победили, отлично. Прорвался, хотя там сосед внутри был. Сосед-мясник. Причем это странно, я же выбирал обычного соседа. Окей, окей. Я не был пойман, да. Возвращаемся в лобби. Давайте еще какой-нибудь сервак. Играть. Давайте снова быстрая игра. Ну давайте. А, сосед, который вот этот
выбраны. Это только в том случае, если мы станем соседом. Ладно, давайте детективом станем. Он очень хорошо умеет находить ключи. Если найти три ключа, используя улику, и получи возможность подсветить случайный ключ в доме. Прогресс сбрасывается после использования. Давайте его попробуем. Очень он довольно-таки полезен. Вот два одинаковых ребенка. Один из них, наверное, сосед. Я бы хотел за соседа поиграть, на самом деле. Нет, я все-таки ребенок. Жалко, 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 жалко. О! Я на этой карте в бете играл. Только там она была обычная, а тут она новогодняя. Это одна из наиболее стандартных карт. Ну, вообще, карт тут много. А еще есть возможность создавать свои собственные карты и загружать их в интернет. В мастерскую Steam. Чувак, девчонка, отойди. Я не сосед. Они еще и разговаривать умеют. Джаз. Похоже, что сосед это ворон. Судя по звуку. Ну, короче, есть что снимать по этой игре. Карты, в принципе, можно поснимать. И чё тут нету, извини. Блин, мне кажется, надо оставлять их открытыми, чтобы знать, что мы уже смотрели. Блин, это закрыта дверь. А здесь ничего нету? Нет. О, ключ-карта, прекрасно. Отлично, ключ-карта, это всегда полезно. Так. И мы посмотрим пару карт из мастерской в конце серии. Ой, еще ключ. Два одновременно ключа. О, еще ключ. Ладно, извините, тут больше двух предметов не взять. К сожалению. Ворона указывает на ключ. Это, конечно, полезно. О, блин! Твою ж налево, блин! Так, ну и теперь остается только наблюдать за остальными, как они справятся, ё-моё. Так, я наблюдаю за соседом, потому что... Только что прошел через дверь может только сосед пройти. Я так и знал, одна из этих... Девчонок двух одинаковых, сосед, вот я так и думал, да. Во, ну да, ворон. Я по звукам это понял еще, что ворон. Ворон, что, может еще и замерзать так же на холоде, что ли? А, еще одного ребенка поймал. А, детектива тоже два было, оказывается. Сосед, а, сосед уже всех изрешетил, ё-моё. Ну, ой, ворон, точнее, какой сосед. Блин, этот тип отвратительный, я вам хочу сказать. Вернуться в лобби. Так, давайте... А потасовка это что такое? Редактор. Редактор это для создания своих карт. Я еще пока не пробовал. И буду ли я создавать свои карты, честно говоря, пока не в курсе. Потасовка. Что надо в потасовке делать? Давайте изобретателя. За него я в бете играл. Сосед клоун очень даже интересный персонаж, потому что он может маскироваться под предметы и проходить таким образом под эти. Мимо детей. Если они не заметят, конечно, ходячую тыкву, например. Надо аккуратно ходить. Иначе точно раскусят. Давай, поиск, иди уже быстрее.
Потасовка это, наверное, другой какой-то режим. Я не знаю, что такое потасовка. Что-то не хотят игроки находиться. Давайте лучше в быструю игру выберем. Ну-ка, давайте. Вот здесь это быстро. О, в других каких-то костюмах еще. Кот Беляш 2 бывший. О, он и вылетел. Так. Ну давайте, грузитесь, пожалуйста. Я за соседа вообще хочу поиграть. И всех вас поймать. Я всех вас должен поймать. Блин, я реально хочу поиграть за соседа. Ну давайте, ну подключайтесь, пожалуйста, вы быстрее. Ну кто? Давайте. Детектив подключился. Ни хрена себе у него костюм, блин. Ну давайте, еще трое подключайтесь. Быстрее, ё-моё. А это что за кнопка? А, это достижения какие-то. Так, еще двоим подключиться бы не помешало. Дети находят, в общем, ключи от подвала и пытаются Никрода спасти оттуда. Потому что после прохождения первого акта в оригинальной игре сосед прячет нашего главного героя, запирает в подвале. И, собственно говоря, задача его и этих друзей — спасти его. Мы, правда, этого не видим в этой игре в Secret Neighbor. Это чисто мультиплеер такой вот. На самом деле мультиплеер довольно веселый, интересный. Только вот что-то это подключается долго. Ну давай последний, подключайся, ну кто-нибудь. Ну кто-нибудь, ну давайте уже быстрее. Замечательно, один вылетел. А нет, присоединился на другой. О, наконец-то. Опять две одинаковых. Блин, я бы хотел за соседа поиграть, честно говоря. По этой игре мы точно снимем не одну серию. Будет их, наверное, их будет много. Ну и карты из мастерской, наверное, можно поизучать. Карты из для мастерской тут делать, наверное, полегче, чем моды на Hello Neighbor оригинальный. Давай, давай, грузись быстрее уже. Я хочу поиграть за соседа. И я надеюсь, что я буду играть именно за него. Нет, все-таки я ребенок. Опять. Да что ж ты будешь делать, а? Так, а эта карта... Вот эта карта мне не очень понравилась, если честно. Тут очень сложно что-то искать. Еще и... Сейчас тут... Сейчас все карты снежные, видимо, из-за того, что недавно был Новый год. Так, тут надо... Давайте тут посмотрим. Это шестеренка. А, изобретатель из шестеренок может создавать всякие предметы. Какие-то полезные предметы может он делать. Так, ну здесь закрыто, тогда мы не пройдем. Давайте в этот в цирк зайдем, или что это такое? Блин, ну вот было бы веселее с Лехой поиграть. Или с кем-нибудь. Ну, вдвоем хотя бы. Одному не так интересно. И для вас, и для меня, наверное. Тут все проверено уже. А там? И здесь тоже все проверено. Так, этот значок показывает, что какая-то дверь была открыта. О, вот эта дверь открыта была. Ой. Что это было? Короче, металлоискатель, он помогает находить ключи. Судя по всему.
Здоровье отнимается быстрее на холоде. Монетки. Монетки для чего нужны? Пока не в курсе. Что это такое? Убери это. Ключ обнаружен. Отлично. Это полезная штука. Помогает. Монетка опять. Еще монетка. И еще монетка. Как бы ее только взять. Так, дайте мне сюда этот металлоискатель опять. А. О, еще ключ обнаружила один. Отлично. Еще одна ключ-карта. Да не фонарик. Дайте мне ключ-карту еще одну, правда, она такая же. Еще одна. Ключ-карта от второй двери. Нужна ли она нам или нет, я не знаю. Шестерня, монетка, шестерня. И сосед там уже появился, блин. Пока будем ходить с этим металлоискателем и что-то делать. Но ключ-карты не подходят для этих дверей. Для этой двери. Ой. Ворон, 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 блин. Сваливаем скорее. Уфигите, он за мной бежит. Он за мной бежит, слышишь? Как мне от него отмахнуться, ё-моё. Если что, можно... Можно швырнуть у него, если что. Так, а здесь только один выход. Это туда. Так, открыли одну дверь. Там мои дети. Я пока ключей от подвала не нашел. Блин, ну тут слабоватая какая-то, понимаете ли. Карта, тут сложно что-то находить. Короче, доигрываем этот сервак. И это... Посмотрим на карты из мастерской. Кирюня Плей мне две свои карты скинул. Мы их посмотрим. Я там еще скачал одну. Не уверен, что мы их проходить прям будем. Но их можно, проходить одному, правда. В общем, все узнаете. Ой, господи, не пугайте меня, пожалуйста. Я пока не... Я, кстати, не нашел дверей, которыми можно было бы... Так, там как-то какая-то заблокированная дверь, но вот подойдет ли мой ключ к ней или нет? Нет, не подойдет, это от третьей двери, а у меня только от второй. Эта дверь заперта, в нее не войти. Рона указывает на ключ, это, конечно, хорошо, но... Это тоже не подходит, это четвертая дверь. О, боже, ничего там нету, что вы ищите там? Блин, какая же эта карта маленькая все-таки, а? Вернее, блин! Какой отстой, а? И А, я последний уже был, что ли? Ворон победил опять. Ладно, давайте посмотрим уже карты. Для этого нужно нажать «Своя игра». Здравствуйте, здравствуйте, добрый день. В эфире «Своя игра». Что это за сервера? Это создать сервер. Это не мои сервера. Надо создать, короче говоря, сервер. Ну давайте 1, 2, 3, 4. Сдадим. Пароли я не стал пока. Пароли я задавать, правда, не стал. И здесь можно настройки свои всякие делать. И здесь можно выбрать уже карту. Тут у нас есть обычные
Вот обычные карты. Избранные. Это общие. Но это вряд ли карты от самих разработчиков. Вот это, по-моему, карта от разработчиков. Да, это карта от разработчиков. От самих. Вот это дом, блин. Обычный дом из акта 1. А вот этот цирк, который только что был. Парк. Конституционный какой-то мост, блин. Локап какой-то. Особняк. Лабиринт. А вот отслеживаемый. Отслеживаемый это, который я скачал. И вот первая карта, которая... Да ладно, ко мне кто-то подключился. Вы что, угораете надо мной, что ли? Просто начинаем игру и все. Ладно, давайте вдвоем сыграем. Подключился кто-то ко мне один. Причем... Я изобретатель, он изобретатель. Персонажа я не додумался поменять. О, я сосед. Вы слышали? Я сосед. Приветствую вас, детишки. Я прихлопну вас, как головастиков. И расплющу вас, как камбалу. И я вас выпотрошу, как огня. Так, давайте изучим эту карту. Блин. Я бы вообще... А, ключ карты, отлично. И я сам ключ карты сижу, нахожу, а не ловлю детей. О, кстати, можно открыть вот эту дверь. Впрочем, вот этот второй игрок, он знает, что я сосед, потому что никого больше и нет на этой карте. Но ничего пока на самом деле не делает, не предпринимает. Еще шестерня. А, ключик. Ключик найден, отлично. Ну, неплохой такой домик. Ой, господи, это каждый комод обыскивать, что ли, надо? Еще шестерня. Да блин, это сейчас... А, у меня же этот есть. Вот этим проще будет обыскивать. Либо здесь. Либо в этом комоде, либо... В этом, наверное. Два ключа найдено, отлично. Давайте применим их на подвале. Раз. Два. Вместе открываем подвал. С этим чуваком, который ко мне подключился. Так. Ищем металлоискатель дальше. Задействуем. Какое счастье, что у него бесконечное использование. А, он... А, это не ключ он нашел, это он шестерню, наверное, нашел. А этот звук уже, наверное, ключ он нашел. А, это ключ... А, ключ карты найден. Ключи всегда в рандомных местах оказываются. И это... Очень хорошо. Что мы не будем все время знать, где ключи находятся. Это реально полезно. Да ё-моё... Тут второй этаж где-нибудь есть? Так.
Так, проверим эти. Хотя, а, мы тут уже проверяли. Где авто... Где лестница на второй этаж, ё-моё? Она тут вообще есть, я надеюсь? О, ключ найден. Или не найден, фиг его знает. А, он, видимо, шестеренки находит. Тоже, не только ключи. А, вот лестница, второй этаж, наконец-то. О, это не вторая дверь, вторая. Еще ключ карты. Да, шестеренки находит этот металлоискатель тоже. Ладно, теперь давайте второй этаж проверять. Дырка еще в крыше. Здесь ничего нету. Ключик еще один, отлично. Здесь ничего нету. В общем, изобретатель, за изобретателя очень полезно играть. Ключи может находить. Да, но тут нечего обыскивать. Опять шестерня. Я ключ хотел отыскать. А мне шестерни нафиг не нужны. Обыскивать, обыскивать, библиотека какая-то тут. Видел лабиринт, еще такое чувство, библиотека это. Блин, дверь, ведущая в никуда. Только зачем нам в библиотеку тут? Точно что-то тут полезное вообще есть что-нибудь? Так, здесь детектор не находит ничего. Вот в этой комнате я не был. В этой комнате, похоже, нет ключей. А тут я был. Тут я вроде бы не был. А, опять шестеренка. Да что ж такое? Я ключ хочу. Ничего нет. А, я, кстати, могу же через эту дверь зайти. Что здесь будет полезного? Опять шестеренка, да блин. Давайте откроем уже к этим ключом подвал. Может, он вообще уже ключи остальные нашел? А я тут парюсь, сижу, блин, ковыряюсь. Зря. Можно еще вот так сделать. Эх, вспомнить бы, где дверь подвала еще находится. Вот она. Да, это последний ключ.
Вот так вот мы можем маскироваться под предметы. Ждем, когда он подойдет, и сейчас мы его изловим. По-тихому. А если не прибежит, время закончится в любом случае. Ладно, короче, вторую карту от этого. Ой! Блин, не успел поймать. А и пофигу на самом деле. Пофигу. Мне все равно было, кто победит. Давайте вторую карту по-быстренькому посмотрим. Не будем ее проходить, только посмотрим. Карту Альфа 1 посмотрим. Своя игра. Выбрать карту. Отслеживаемые Альфа 1. Опять вдвоем. С этим чуваком. Да я так побегаю и выйду. Так, в этот раз теперь я за ребенка все-таки играю. Да, во-первых, действительно дом из Альфа 1 это у нас. Ага, нам пробраться надо сюда, а не то, что мы видим в том доме. Вот давайте изучать дом нашего соседа. Во-первых, подвала нету, к сожалению, вот здесь. Вот этот игрок, который со мной играет, наверное, я думаю, что он узнал эту карту. Детектор ничего не находит. Ой, он в соседа превратился. А могила есть? Могилы нету. Все-таки. Давайте второй этаж посмотрим. А, тут надо ключ открывать. Акулы нету, надо... Ой. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Пошел нафиг. А тут... А лифта-то нет. А, да, лифта нету, действительно, только по лестнице. Не, он с этими... А он меня не ловит? Ну ладно, можно зато поугарать вот так вот над ним. Ну-ка, ответы-ка, силушки богатырской. Ладно, пока не буду особо это проходить, уже слишком много времени прошло. Но дом реально похож на дом из Альфы 1. Это тут бесспорно. Так что давайте закончим. Ну-ка, можно выйти отсюда? Можно покинуть игру без штрафа, это прекрасно. На сегодня все. Я думаю, мы поиграем с ним еще. Я постараюсь еще Леху позвать сюда. Надеюсь, согласится. Спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь, меняя эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока.